Так, мы вывалились из ресторана и идем в сторону зоопарка. Вот по вот этой вот дорожке. Давайте посмотрим, что тут есть. Все вот стилизовано под такие домики, даже такие вот трансформаторные будки. Все сделано очень красиво, стилизовано под деревянные строения. Смотрите, вот такие вот ручейки, мостики. Так, а кто это у нас здесь? А это у нас здесь кролики. Кролики. Жарко им, жарко вон в тенечке. Жарко. Кушаем. Большая просьба не кормить и не пускать детей в клетки с кроликами. Ну, конечно. Да. Вон они, кролики. А вон, вот там, они. А вон там еще. А там мама зайчиха сидит. Да, мама зайчиха сидит. Вон они сидят, кушают какие-то опилки. Они обедают. Обедают, да. Папа. Да. Она позвала их поесть. Угу. Вот этот убежал. Потолек полетел. Пойдем. Надо будет вот такой же сделать яблочко. Ручеек себе на участке. Папочка, смотри, у них вместе там с мостика. Да, яблоко. Выдумываешь? Я объелась. Да? Вообще обожралась просто. Ой, посмотри, скворечник. Скворечник. Знаю, пойдемте теперь, дальше. Саша, осторожно. Вот это вот отдельные, отдельные, да, VIP-апартаменты. В деревянном вот таком вот доме. Ну, нас этим VIP-ом не удивишь, потому что мы сами живем в деревянном доме. Поэтому для нас этот вид не интересен. Так, пойдемте вот сюда зайдем. Кто здесь у нас? Рысь. Хочу рысь. Пойдем посмотрим. Рысь. Рысь? Рысь. Да, рысь. Так, а кто здесь? Ух ты, смотрите. Здесь хорьки. Где хорьки? Харькуют. А вон там в дупле сидят, харькуют. Вон там. Здесь-то рысь. Мешок лежит. Здесь вот. Белка. Где белка? Смотрите, у белки тут орешки. Где же белка? Белка тоже спит. Так, пойдемте посмотрим, кто там еще есть. Кто там? А здесь хищник, внимание. Рысь. Тоже спят вон они вон там. Вон там. Спят. Рысь, да. Рысь. Спят, никого не видно. Тихий час у них. Тоже, видимо, пообедали. Ладно, пойдем дальше. А кролики еще обедают. Вот эта вот штука, это вот эта вот крыша, это подземный переход на ту сторону дороги на свой собственный пляж. Что мне нравится, еще здесь сделано отражение. Да, вот отражение, как будто там продолжение. Да, зеркала. Смотрите, красный дом, очень симпатичный. Птичий зоопарк и конный двор. Пошли на пляж. Мы на пляж идем? Да. Мы идем на пляж. Мы идем на пляж. Папа, держи. Давай. Конечно, у нас будет шурка. Осторожно, скользкий пол. Смотрите, как все сделано красиво. Пляж. Написано пляж. Пляж. Да. Вот такой вот переход на пляж.